боится. За 4 секунды отправит нокаут, а в спальне он еще быстрее калибри отдыхает. Ирландский лепрекон под юбкой прячет ствол, его калибр огромный, только заряд холостой. С бородой и татухом три лимона за бой, стал бы звездой, но вот старкастинг не прошел. Опасный питбуль, детский ковбой, гумит всех бабуль, для них он как плейбой. Весь слон улёком выстрелил, как бы с толка, зимой и летом одним цветом, словно елка. Май Бэйджет победил мне, потому что был сильней. Конор толерантен на тот чернокожий гей. Дабы не ущемлять права сексуальных меньшинств, наш бородатый герой уронил свой престиж. У кого под юбкой ствол, то для бабушек плейбой. Чьи права не ущемляет бородатый герой, кому платит триллион за каждый бой. Он такой, давайте разбираться. Видно много в детстве били, вот и любит драться. За овации и баксы, за ротации кассы. Вроде время инноваций, но лицо не адаптальцы. Жил бы он в России, звался в горе и удрезил. Жил бы он в России, замутил бы с тетей Зили. Ехал бы в Россию, мог бы получить квартиру. Только что-то не зовут, конкурент слишком красивый. Он бы победил на выборах и натянул торча. Вызвал дойного на вес, жаль, что знает только мат. Ретку съедил, не выйдет, просто слишком дохловат. Универсальный солдат и разгонь, и пора. Ему тут рады будут пацаны на районе. Оставят просто и мобилу панельного дома. Также рады ему будут наши менты. По 282, русский север, посмотри. Знай только русский.